Паркуйте автомобиль, где придется, хотя бы соблюдайте негласные правила. Если дорога состоит из 2-4 полос, не стоит выстраивать авто под углом 90 градусов от обочины, иначе в один день можно не обнаружить свою машину. С каждым годом в Алматы возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. Причем не только движение на, но и остановки вдоль уличных трасс. Устранение подобных нарушений в компетенции дорожной полиции. Сегодня предпринимаются радикальные меры к стихийным парковкам. Автомобили, оставленные в неустановленных местах не в ряд, а так называемой елочкой, увозят эвакуаторы. Искать средства передвижения придется долго. Остановка, стоянка, парковка транспортного средства перпендикулярно проезжей части, создающие помеху другим участникам дорожного движения, создающие препятствие движению другим транспортным средствам, наказывается, составляется административный протокол и вносится штрафная санкция в размере 20 месячных расчетных показателей, что составляет 37 400 тенге. В Алматы подобный вид остановки разрешен только там, где имеется расширение проезжей части для специального парковочного кармана. В остальных случаях авто следует выстраивать вдоль трассы и желательно в специально отведенных местах, напоминают алматинские полицейские. Иначе ваш транспорт припаркуют на одной из штрафстоянок. Прежде чем заявлять об угоне, позвоните на экстренный номер полиции. Человек может позвонить на 102, либо в дежурную часть 254-45-05 и уточнить, где находится его машина, на какой стоянке, как ее забрать. То есть все материалы в любом случае передаются в отдел административной практики. Все это вносится в компьютерную базу, составляется, значит, карточка учета, после чего, значит, человеку выдается разрешение забрать автотранспорт. По статистике, на сегодняшний день в городе насчитывается свыше 500 000 единиц зарегистрированного автотранспорта. Около 300 тысяч каждый день приезжают транзитом. В итоге почти 1 миллион автомобилей колесят по городу. Как ни глянь, но злостными нарушителями правил дорожного движения и парковки являются иногородние автовладельцы, признаются инспекторы. Поэтому и приходится применять столь жесткие меры. Вот меня неправильно, вот я припарковался вот здесь. Меня оштрафовали, я неправильно припарковался. Оказывается, надо вот так ставить машину. А тут ставить некуда машину. Здесь не могут проехать троллейбусы, вот автобусы, потому что машины вот так стоят. Автовладельцы сетуют на то, что мест, предназначенных для парковки, мало. Вот и приходится нарушать правила. На что инспекторы парируют. Именно автомобили, припаркованные елочкой, создают заторы и усложняют проезд общественному транспорту, занимая целую полосу проезжей части. Поэтому следует соблюдать правила дорожного движения, чтобы не оказаться в неприятной и очень затратной для семейного бюджета ситуации.